утром солнышко встает, нас на улицу зовет, смотрит весело с небес. Просыпайся, Шишкин лес, родники в траве звенят, брызги радугой стоят, смотрит солнышко с небес. Улыбайся, Шишкин лес. Ну зачем, зачем убирать игрушки? Эх, лежали бы себе дальше, никому б не мешали. Так нет, поиграл — убери, а уж потом иди гулять. Ой, ну где же справедливость-то, а? Эх, ладно, отдохну немного, а потом доубираю. Эх, вот Зубку-то хорошо. Ему дядя Юр сказал стихотворение выучить. Он сидит и учит. А это куда лучше, чем игрушки убирать. Быстренько выучил, гулять пошел. Эх, вот бы мне так. Ой, ай, что это было? Ой, неужели я и правда превратился в Зубка? Ура! Так, сейчас быстро-быстро стих выучу и гулять пойду. Так, что там у нас? Одеяло убежало, улетела простыня, и подушка, как лягушка, ускакала от меня. Фу, легкотня! Покрывало улетело, укатилась простыня, и лягушка-попрыгушка отвернулась от меня. Нет, что-то не так. Ну-ка. А, одеяло, значит, убежало, да? И исчезла простыня, и лягушка ускакала, вот такая легкотня. Нет, опять не то. Все, не хочу быть Зубком, слишком сложно. А вот Шуне, наверное, ни стихи учить, ни убираться не надо, потому что она маленькая. Иди себе догуляй, сколько хочешь. Эх, вот бы мне так. Ой, ну-ка. Получилось, получилось. Ура! Теперь я Шуня. Все, пошел я гулять. То есть пошла я. Шунечка, помнишь, что ты мне утром-то обещала, а? Ой, привет, енотыч. Ты обещала помочь сковородки помыть. А? Слушай, а что это у тебя... Голос как будто на коксиков похож, а? Да это у меня в горле что-то першит. А сковородки я мыть не могу. Я же маленькая. Не, а ты что, не хочешь мне помогать? Ну, не так, чтобы очень. Шуня, обещания надо выполнять. И помогать другим тоже надо. Приходи, жду тебя на кухне через 5 минут. Через 5 минут? Эх, теперь гулять не пойдешь, со сковородками этими разбирайся. Нет, не хочу быть Шуней. Эх, а вот кем хорошо быть, так это енотчем. Вот свалил всю грязную посуду на других, а сам гуляй, бездельничай. Эх, вот бы и мне так. Ой, ой, ура! Получилось! Так, пусть сковородки Шуня моет, если ей нравится. А я гулять пошел. Трам-парам-парам-парам. Трам-парам-парам-парам. Так, ой. А почему эта дверь не хочет меня пускать? Ну-ка еще раз. Ага, вспомнил. Ручка же еще вечером сломалась. Енотыч обещал починить. Енотыч! Ой, енотыч, это же я сам. Ну, попробую починить. Так, сейчас мы эту ручку починим. Ой, что же я сделал? Как же я теперь гулять пойду?
и починить как следует не смогу. Да уж, плохо быть енотычем. А вот тетушкой Матильдой. Тетушкой Матильдой, пожалуй, хорошо. Она только и знает, что книжки читает. Времени полно, иди себе догуляй, хоть и сгуляйся весь. Вот бы и мне так. О, вот теперь хорошо. Никакой посуды, никакой уборки, никакой починки. Да я же еще и летать могу. Полечу-ка я гулять. Алло? Да-да, я Матильда Леонардовна. А с кем я говорю? С ученым Филином? Ну, очень приятно, да. А с голосом ничего, так, першит немного. Мой перевод? С китайского? А, ну, пришлю, обязательно пришлю. До свидания. Алло, на симпозиум сегодня? Ну да, конечно, помню. До свидания. Я что, Матильда Леонардовна на симпозиум летать? А впрочем, да. Ой, ни минуты покоя. Алло, куда? На совиный слет? Хватит! Перестаньте! Не хочу я летать ни на слеты, ни на симпозиумы и никаких китайских языков. И вообще, лучше бы я игрушки свои убрал и сразу гулять бы пошел. Хочу снова стать самим собой. Ой, я снова коксик. Ура! Ой, игрушечки мои любимые, разбросанные. Сейчас я вас уберу. И больше никогда, никогда, никогда не буду завидовать ни Шуне, ни Зубку, ни Енотычу. И вообще никому, никому, никому. Ну вот, кажется, все. Игрушки убраны. А теперь надо с ребятами попрощаться и идти гулять. До встречи.